Всем Лига чемпионского футбола, дамы и господа. FIFA прогноз, очередной выпуск. Как всегда, в студии мы, Игорь Белоногов, Рома Блинсков. Игорь. Привет. Здорово. Лига чемпионов. Финал. Кто там? Ну, я думаю, все знают. Кто там? Ливерпуль против Реала. Очередной финал этой пары. Да. За последние лет 5, по-моему. Ну да, уже играли, да, было трагично. А сейчас, надеюсь, будет тоже интересно, но не так трагично. Салах там. Не повредится, никто не сломается, все классно поиграют в футбол. Бодрый финал, короче. Да. Да. Ливерпуль, Реал Мадрид. Вот по этим двум командам могу сказать, особенно по Реалу. Всегда, когда сезон начинается, все пишут, вот, Реал там в беде, там прочее. Потом каким-то неимоверным образом они оказываются опять наверху. Да. Вот, а сейчас опять до финала дошли. Давай по коэффициентам, наверное, пройдемся. Давай. По коэффициентам в Париже матч у нас должен пройти следующим образом. На победу Ливерпуля 2 ровно 2.09. Победа Реала 3.50, 3.45. И на ничейку в основное время 3.70 и... А, ну 3.70. 3.70, 3.75 где-то так дают. А вот на победу итоговую Ливерпуль 1.55, Реал Мадрид 2.45. То есть в англичан верят больше. Почему? Да что вот от Испании уже до Франции ехать одинаково, понятно. Что от Англии. Я не знаю, с чем это связано сейчас. Ну, против Реала ставили все в каждом раунде плей-офф, по-моему. С ПСЖ против Реала, с Сити против Реала. Но они, тем не менее, всех прошли и в финале тоже. Вот. Возможно, здесь по такому же принципу. Ну, должны же они когда-то проиграть. Наверное, так. Ладно, проверяем. Ливерпуль, Реал Мадрид. Финал Лиги Чемпионов. Поехали! Финал Лиги Чемпионов. Ливерпуль, Реал Мадрид. Меня даже уведомление прислали, то что вот он, начинается. Смотрим. Мы первая атака видим за Ливерпулем. Нормально. Нормально. О, спокойно. Спокойно. Убили. Здесь так и будет. Весь матч, конечно же. Нормально, еще моментик сразу. Так. Ну что, 5 минут хорошие. Для Ливерпуля, конечно. Ты, кстати, за кого планируешь? Болеть? Да. Ну, зная то, что мой любимый клуб Милан взял 19-е скудетто, то чисто, знаешь, отдать дань уважения 2004-му, 2005-му, 2006-му году буду болеть за Папу Карло, который реально. Но именно за него, за Реал Мадрид я вообще не болел. Он настолько мейнстримовый, но... Я бы зарубил. Ой, ну там сейчас... Причем, это настолько серьезная лига, то что... Этот, как его? Тульский Арсенал туда пройти не смог. Угу. Он не получил лицензию. Он 7 лет играл в РПЛ. Все нормально. Тут вот ему предложили сыграть в ФНЛ. И такие, а не... Спокойно! Ну как же предложили? Тогда уж ему из РПЛ предложили. Ой, какая хорошая контратака. Асенси, убегай, братан. Ну, куда ты передачу даешь? Ну зачем? Пацаны. Оп, Винисиус. Асенсио. Хорош. Карим. До него мячик не дошел. Не, ну контратака вообще здоровская. Хорошая, да. Ты не утомил этим, усыпил этими разговорами про ФНЛ, я заслушался этими прекрасными историями про лучшую лигу на планете. Тихо, Пахаль. Ага. Карим! Так, опять контратака. Так, с капитанской повязкой, кстати. Карим! Нужно с этим. Бей! Хорош! Прям по лицу голкиперу. Я бы сам как думаешь, этот матч закончится в основное время или... Но есть подозрение, что перейдет это все в овертайм, в экстратайм, как это там правильно называется. Главное, чтобы не было душно вот, во время игры, чтобы был хороший футбол, вот как примерно сейчас у нас. Дает этот экстратайм. Хорош! Вот как пачка чипсов. Есть обычно, есть экстра. Да. Разница в чем? Там и там карта. Согласен. 1-0. Ливерпуль повел. Надо как-то назад отойти, а то мне в контратаке вообще не нравится.
формулировка не так важна, когда суть понятна. Ассаламу алейкум, 2-0 к концу первого тайма. И свисток. И свисток прозвучал. СЖ. Статистика. Ох, да? Это мощно. Да. 4-8 ожидаемые голы у Ливерпуля. 0 ожидаемых голов у Реал Мадрид. Ну, я не думаю, что по итогам первого тайма будет так. Хотя бы 0-1, но должно быть у Реала. Должно. Может, хитрый план. Наверное. Поехали проверять второй тайм. Второй тайм. Ливерпуль и Реал Мадрид. Решается судьба ушастого. Останется ли он в Англии или переедет в Испанию? Вернется. Опять же. Там где-то там. Они даже, по-моему, как-то где-то. В Белграде же были. А, они в Румынии даже были. Ушастые. А, был такой, Стяу. Да, Стяу, да. Очень давно уж. Вижу. Вижу. По кухне, да. Фермина и скорость. Хороший ты, молодец. Хорошо. Как? Во-первых, откуда у Фермина скорость? Это, знаешь, когда я, помню, за Ливерпуль играл, тоже Фермина у меня трешечку отгрузил. Фермина вообще молодец. Что делаем? Что делаем? Карим? Карим? Карим! Пенальти? Пенальти, ставь пенку! Нет. Судья продажная. Не, ну это все, это ГГ уже. Это уже, скорее всего, ГГ. Попробуем сверху. Я не думаю, что при счете 3-0 в финале Лиги Чемпионов. Вот так ломается. Спокойно, спокойно. Ага. Ага. Ну ладно, хотя бы туда. Хотя бы туда. Ой. Ух, будто матч Рубин Уфа смотрю сейчас. Вот это нервы на последних минутах. Раз уж Рубин Уфа. О, о. Они по форме как раз помню. Похоже, да, что-то по-домашнему. Есть. Так, ну чего, празднуют, все кричат, радуются. Ура, ура, ура. Потому что Ливерпуль стал обладателем Кубка Лиги Чемпионов. Да, я думал то, что все-таки эта заставочка там скипнется и будет демонстрироваться, но нет. 3-1. Ожидаемые голы стали у Реал Мадрида, ожидаемые голы у Ливерпуля 5-3. Ну, сколько? Один гол во втором тайме все решил. Да. Да. Ох, ох, ох. Вот такой финал Лиги Чемпионов. Ну, если с таким счетом закончится, то, наверное... Это круто. Должно быть. Да. Должно быть круто. Ну, 3-0 в итоге. 3-0. Финал Лиги Чемпионов заканчивается именно с таким счетом. И ушастый остается в Англии, только из Лондона. Он переезжает в... Ливерпуль. Да, это так город называется, да? Не абсолютно там, так. Не вот это, не Редмен. Мерсисайд. Да. Нет. Насколько правдивый этот прогноз относительно наших коэффициентов? Вот, кстати, читал, когда готовился чуть-чуть. То в основном все так и говорят. Ливерпуль, типа там 3-1, что-то вот такое. Да, Реал молодцы, камбэчат, но все-таки Ливерпуль. То есть вполне себе фаворит, он на то есть, по коэффициентам тем более. Так что, да, тем более разгромных счетов в финале ЛЧ давненько не было, я не помню такого. Да. Ну, надо смотреть. Надо смотреть. Вот в эту субботу, то есть уже завтра, сегодня пятница у нас, завтра суббота, всем смотреть финал Лиги Чемпионов и, можно сказать, завершаем сезон. Ну а мы уж точно завершаем сезон. Игорь, большое спасибо тебе за этот спасибо год. Спасибо тебе, Роман. Спасибо всем вам, что весь год смотрели нас, следили, переживали, может быть, как знать. Надеюсь, конечно. Да. Вот. Уходим на перерыв. Не знаем, как будет с FIFA 23. Сами понимаете, какая ситуация на рынке. Надеемся, то, что мы ее достанем и продолжим вас радовать нашими прогнозами. Как минимум, они у нас максимально точный, ну, 80% уж. Да? Да. И 20 из них, это прям точно еще. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас вели эту программу. Хорошего отдыха, хорошего финала Лиги Чемпионов и удачного лета. Счастливо.